ты повинен в их смерти, поскольку сбил их с пути, поскольку слабый. И тупой! Пора, опустошители, вернуть себе былую славу с новым капитаном! Шокерфейсом! О, прости, я... Тебя зовут... Шокерфейс? Ну да. А, это типа шокер. Твое лицо током бьется. Это имя – метафора! А чего? Того, что это имя вселяет ужас в сердце всякого, кто его услышит. Еще! Ну, ладно, если ты так считаешь. Закрой пасть, будешь следующим. У Донта. Как долго? О, как долго я ждал, когда... Что? Я... Прости, прости бога ради. Просто представил, как ты поутру просыпаешься, смотришь в зеркало и на полном серьезе говоришь себе: я наконец придумал реально отвязное имя! Шокерфейс! Прям нарисовалась картинка. Ой, не могу! Слушай, слушай, а у тебя был второй вариант, типа чпок-пупок? Ну все, ты первый на выход. Знаешь, даже сдохнуть перспектива заманчивее, чем прожить всю жизнь в шкуре дебила, для которого шокерфейс — верх крутизны. Все, убийств на сегодня хватит.